Вас обслуживает троллейбусное управление номер 1 города Браницын. Троллейбус следует по первому маршруту. В пути следования будьте предельно вежливы и соблюдайте правила пользования общественным транспортом. Следующая остановка – улица Ярмарочная. Остановка улицы Ярмарочная. Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – магазин. Водитель, откройте двери. Здорово. Остановка магазин «Уют». Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Мандельштама. Мандельштам Осип Эмильевич, 1891-1938 годов. Русский поэт, прозаик, переводчик, критик. Один из крупнейших представителей русской литературы 20 века, Серебряного века. Остановка улица Мандельштама. Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям и беременным женщинам. В связи с ремонтом дороги по Красной улице в маршрут троллейбуса номер 2 будет сокращен в вечернее время. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Мира. Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям и беременным женщинам. В связи с ремонтом дороги по Красной улице маршрут троллейбуса номер 2 будет сокращен в вечернее время. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – колхозный рынок.
Остановка «Колхозный рынок». Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям и беременным женщинам. В связи с ремонтом дороги по Красной улице маршрут троллейбуса номер 2 будет сокращен в вечернее время. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Браницына. Юрий Браницын – русский поэт, написавший тысячи светлых стихов о своем любимом городе Чебоксары. Пожелаем ему здоровья и творческого долголетия. Стихотворение Юрия Браницына «Троллейбус». Пассажиров он везет больше, чем автомобиль. Мы его так полюбили. С ним мы дружим в клубу. Остановка, улица Браницына. Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям и беременным женщинам. В связи с ремонтом дороги по Красной улице маршрут троллейбуса номер 2 будет сокращен в вечернее время. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, университет. Конечно, при выходе из салона не забывайте свои вещи. Соблюдайте правила уличного движения. Лучше дай дучек, и требует трястись дальше. Хотя бы целее будет. Остановка «Университет». Конечная. Уважаемые пассажиры, троллейбус следует в депо. Перед выходом из салона не забывайте свои вещи. Соблюдайте правила уличного движения.
Здрасте. Здорово. Лучше дойду, чем в этом ведре буду трястись дальше. Хотя бы целее буду. Троллейбусное управление номер 1 города Броницын. Троллейбус следует по первому маршруту. В пути следования будьте предельно вежливы и соблюдайте правила пользования общественным транспортом. Следующая остановка – улица Ярмарочная. Уважаемый водитель, вас приветствует информатор троллейбусного управления номер 1. Троллейбус следует по первому маршруту. Остановка «Университет». Уважаемые пассажиры, уступайте места. Остановка «Улица Броницына». Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям и беременным женщинам. В связи с ремонтом дороги по Красной улице маршрут троллейбуса номер 2 будет сокращен в вечернее время. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – «Колхозный рынок». Остановка проспект Мира. Следующая остановка улица Мандельштам. Thank you.
Здрасте. Остановка улица Ярмарочная. Следующая остановка улица Чехова. Антон Павлович Чехов, 1860-1904 годов. Великий русский писатель, талантливый драматург, академик, врач по профессии. Самое главное в его творчестве – это то, что многие произведения стали классикой мировой литературы, а его пьесы ставятся в театрах по всему миру. Остановка улицы Чехова. Следующая остановка – кирпичный завод. Остановка – кирпичный завод. Конечная. При выходе из салона не забывайте свои вещи. Соблюдайте правила уличного движения. Посмотрим, как ты без премии потом запоешься такую езду.